Давайте памяти Вадика Худякова споем на Камчатке нового года. Ой, свечка, надо свечку зажечь. Вадя, ты помнишь? Палочки кончились, надо палочку воскурить, но нету сейчас. Ты же Вадика знала? А, ты с Вадимом не знаком был? Да, он уже с Камчатки. Он уже уехал. Ну, может, и знакома была, слышала я про него. Ну, Худяков, Боровков, вот это. Лет 20. Боровкова помню хорошо. Ну вот, это ж парочка была. С Вадимом писали вместе песни. Неразлучная в те годы. Камчатский комсомолец. Просто там из Вадиковых, я еще помню, раскрылся в темном небе парашют. Парашют, да. Но я боюсь, что я ее не вспомню, она такая длинная. А сколько вспомнишь? Ну, давай сначала на Камчатке полгода. На Камчатке по полгода неприятная погода. И всего лишь на 3 года приезжают сильные. Подождите, извините. Все сюда. Да, еще раз. На Камчатке по полгода неприятная погода. И всего лишь на 3 года приезжают все сюда. Но посмотрят на вулканы, на овачи наши блядь. Остаются здесь надолго, а иные навсегда. Остаются здесь надолго, а иные навсегда. Из-за климата бывает, самолеты не летают. Пурга снега нас заметает, и цунами нам грозят. И порой к нам медведи ходят в гости, как соседи. Все равно здесь очень много замечательных ребят. Все равно здесь очень много замечательных ребят. Только скажем между нами, если вы здесь за деньгами, если вы сюда жлобами, на Камчатке вам не жить. Потому что денег груда, заработать можно всюду. А Камчатку надо браться, очень искренне любить. А Камчатку надо браться, очень искренне любить. По-моему, все. Анна, если ты не знаешь, то когда Лысиков и компания эту песню пели со сцены, а был большой зал, а мы сидели, как всегда, в зале, и когда они пели фразу «Очень много замечательных ребят», я вставал и кланялся в зал. Ну вот «Диверсантов» я с тех пор не пела никогда. Ну чисто, чтобы случайно не помереть от скромности. Не, ну почему нет? Народ, причем, ну ты представь, авангард, да, там народу вмещалось. Скажем так, набивался зад по тем-то годам битком, ну и что, а мы где-то в первых рядах. Все куда смотрят? В первые ряды. Я сижу где-то в первых рядах. Ну, по этой фразе я стою, кланяюсь в зал. Все счастливы. Ну, Леха, подсказывай слова. Я просто лет 30 я ее уже. Тем более. Раскрылся. Раскрылся в темном небе парашют. Под ним висят 4 диверсанта. И в лапах держат по 2 автомата. А в зубах для куражу каждый держит по ножу. Мы супермены, наши мускулы, ого, дяди Сэма. Послали нас со светлодания. Можно поймать, взорвать, но только вот чего, ох, чего. Не помню. Наши мускулы. Ну опять, ого-го-го. Забыл. Ну ладно, все. Это, ну ладно, не будем портить песню. Нет. Надо вспомнить после слова. А я как раз писал вот на эту, вот которая магнитофон. Да? И значит... Кузьминка, кстати, это дело было. Мы сидели в первых рядах, там, ну, в тизовую толпу собирались. И вот они пели какую-то вот эту песню. И я там от хохота, ну там еще народ ржал, как это, я от хохота катался прямо возле сцены, там, возле этого магнитофона, блин. Ну, 84-й год, Дуловский фестиваль. Я не помню, что там мне такой юмор. Так, кошка. Я не помню, что там они пели уже. Где-то записи, кстати, эти где-то есть, они так гуляют по этой самой по стране. Вот. Ну, это парочка, ну, они популярны были, Худяков, Бараков, все, о, нифига себе.